Здесь, ну, здесь где-то 5 квадратных, ну, 4, сейчас скажу так, 5 метров квадратных. В самой камере мне как бы в одиночной, но я уютнее себя чувствую, чем в большой камере. Могу полностью посвятить, ну, свое размышление там о своей жизни, там, ну, о своем существовании. Ну и здесь как бы комфортнее, конфликтов, ну, там, ну, не существует, чем, ну. Короче, сидел в больших камерах один и как бы, ну, не мог сидеть там, не увозил. Рот себе зашивал, там, вены скрывал. Короче, и меня вот на дурдом увозили, психологическое отделение. Меня зовут Киселев Максим Викторович, мне 31 год. Я вот как бы изучал Зигмунда Фрейда, ну, это, там про фобию и психоанализ, бессознательную, теория бессознательного. И как бы, ну, мне сама эта тема интересна, потому что у меня преступление бессознательное, ну, это состояние совершено. Я помню, как распивал спиртное, потом как драться начал. Очнулся уже. Я просто как бы, ну, нож держал в руках. А передо мной человек лежал, короче, просто. Ну, я нож взял, ему в шею воткнул. И все. А он оказался живой. Просто спал, короче. Ну, вырубился. Я когда его вырубил, табуретка. Ну, нож вытащил потом, он, короче, задергался. И все, я... Когда нож вытаскивал, у меня кровь брызнула. Брызнула, короче, с него на ботинок и на носок попало, и на трико, короче. Потом уже, когда я пришел, там 6 трупов лежало. Шесть человек, ну, убил я 6 человек. Там одна женщина была, остальные мужского пола все. Я давай их, короче, это, скидывать, ну, в одну кучу. Там пацан был, ему 10, что ли, лет, или 11 было. Ну, я не знаю, там как. Ну, походу, я его убивал не так, чтобы это самое. Он же как бы угрозу не представлял, правильно? Походу, я его как свидетеля убрал. Ну, да, наверное. Вот единственное, вот, наверное, за это я только и раскаиваюсь. Не за них, не за кого, только, наверное, из ребенка. Человека убить несложно. Сложно жить с этим.
Я помню все свои преступления. Я помню все свои преступления. Это и есть самое главное наказание. Анализ своего прошлого, своих поступков. Меня зовут Тимиров Тимур. Пожизненно заключенный. Это без нарушения, три. Раз в сутки полтора часа у меня есть возможность гулять, смотреть на небо, на солнце, находиться на солнце. Дышать свежим воздухом. Ну, я думаю о воле. Каждый человек рождается с определенными способностями. Вот я, например, я считаю так на данный момент, что я родился с преступными способностями. Я считаю, что Россия в 90-х это было как Чикаго в 30-х. Просто ввели боевые действия. Тимур. На тот момент в больших городах, если люди присутствовали на каких-либо встречах со спортивными большими сумками, это ты должен знать, что вот там лежит автомат Калашникова. Один человек с другой преступной группировки оскорбил меня. С той стороны были люди, и с этой стороны, и с моей стороны были мои знакомые. Я молча достал пистолет. Я сказал, ты готов извиниться? Он достал нож и начал угрожать мне. Я молча достал пистолет, выстрелил ему в туловище и два раза в голову. Вот он делает это каждый по-своему. Эпизоды, доказанные судом, что я убивал людей с контрольным выстрелом в голову. Я стрелял два раза за ухо. Приговор у меня вменено 4 убийства. Но мне ни одно заказное убийство не вменено, не доказано. Здесь условия содержания очень жесткие. Находясь здесь, понимая, что ты никогда не выйдешь на волю. Да я.
Ты смотришь сейчас телевидение часто? Да, смотрю. Не очень часто, но смотрю. Я и уже, знаешь, честно говоря, такое отвращение к нему. Ты знаешь, Витя, по этому поводу у меня такое мнение, что если бы вообще меньше показывали бы вот это насилие, кровопролитие, особенно вот эта порнография бесконечная. Это есть растление. Растление. Нам внушали и воспитывали, что уважительное отношение к женскому полу. К старшим. К старшим, да. Чтобы вставать, выступать в свое место. В трамвай или что ты не позволишь себе сидеть, если старушка или стоит. Или какую-то тяжесть несет там. Да. Взял, помог там. Это естественно было. А сейчас... Ты давно письма-то получал из зуба? Я? Вы ведь, если честно сказать, я уже где-то около 8 месяцев получаю. Не получаю. Письма сам пишу, ответов нет. За 26 лет кого-то я здесь жалел, что не за что сидит. Такого не было. Какие жуткие преступления они совершили. Какие жуткие. Поправь. Держит. Вот так. Здравствуйте, поднимайся. Повернулся. Как дела? Вопросы. Вопрос. Заявление. Заявление. Ну все, до свидания. До свидания. Очень тяжело, конечно. Человеку просто в плед, по большому счету, да, вот так. Жить 25 лет. Бывают и такие случаи. У людей просто срывает крышу в кавычку. Я, Дадашев Субхан, являюсь начальником федерального казенного учреждения исправительной колонии номер 56. Давыдов. Закиров. Ларионов. Исупов. Галимов. Сологуб. Фролов. Час. Самый опасный преступник, если взят по России, отбывает уголовное наказание здесь. Мазалов. Матвеев. Сулейманов. И террористы есть, и маньяки есть, и убийцы серийные, насильники. Я могу смело сказать, что на сегодняшний день в нашем подразделении, в колонии, то есть, невинно осужденных нет. Все они виноваты. Я никого не жалею. Для меня только смертная казнь. Внимание, колония! Раз! Два! Шершнев, Иосифов, Заворохин, Чугунов, Мифтахутдинов, Курбанбаев, Душинин, Лысенко, Сулейманов, Бармин, Михалажин, Сметанин, Мазалов, камере смерти готовил самый сложный был период. Мне заменили последнему,
открылась кормушка, то есть окошко, где подают бумагу. Ему подают бумагу, где написано крупными буквами «Указ президента». Смертную казнь заменяет на пожизненное лишение свободы. Через 5 минут он повесился. Другой повесился через 3 дня. На трусах. Четвертый просто-напросто взял себе, проколол сердце. А если бы расстреляли, так честно, ну, избавили от всех вот этих мук, всех переживаний. Отсидеть 25 лет и скоро это неприятное ощущение. Даже такому, как мне. Я осужден, Еремеев Владимир Иванович. Я не убивал людей, нормальных людей. Я убивал негодяев. Вот эту давай, катите. Да здесь она закатится, вот там надо снимать. Всего я отсидел. Из 62 лет, 40 с лишним лет, в местах лишения свободы. Я сидел больше всех. Давай. Колонку наберете ему. Так, слева по одному будете стоять. Пикник, игрощу. Судьба работы, чтобы все осужденные были накормлены в обед. Если ты осужденный, уже не способен на какие-то проступки. Голодный. Это все. Ты за себя говори. Человек ведь не родился преступником, правильно говорил Макаренко? Всем хватит. Это правильно. Преступник просто становится человек. Я на путь преступления встал тогда, когда был голод в стране. Когда у меня дома 2 сестренки и брат грызли деревяшки. Не было ничего жрать. Я убил женщину ножом. Здорово, работяга. Патронов жалко было. На моих руках много крови. В большей степени тут психология играет роль. Время здесь
Вот обывателю показалось бы, ну что вот его закрой его в четыре стены и продержи его сутки. И для него эти сутки вечностью покажутся. Человек, который находится на воле, у него очень много событий откладывается в памяти, в подсознании, которое происходит у него по мелочам. Он поехал туда-сюда, встретился с тем или иным человеком, разные лица мелькают, разные пейзажи мелькают у него за день. Все это у него откладывается в подсознание. И у него день насыщенный. А здесь лица одни и те же. И в остальном пустота. Исходя из этого, на психологии время летит очень быстро. День пролетает как час, а неделя как день. Это полностью подтверждает теорию Эйнштейна, что время – величина относительная. Оно для каждых людей, когда они находятся в той или иной ситуации, течет по-разному. У меня время незаметно пролетает. Бывает порой, что мне не хватает времени. Сколько часов в день я в камере? 24 часа. Ну, если на прогулке не хожу, если на прогулке хожу, то полтора часа на прогулке, а остальное все время в камере нахожусь. В принципе, здесь, ну, на воле такие же перспективы, как и здесь, с ума сойти. Все зависит же от человека, а не от камеры, правильно? Все зависит от чего в голове у человека. Вот здесь в камере, вот, ну, отвлечься как-то, вот, места здесь хватает, я встаю, начинаю тусоваться, и часто как бы ухожу в аутизм, да, и строю как бы там у себя такую жизнь, знаете, иллюзорную там, ну, как бы. Внутренний мир сам себе расписываю, ну, он приятнее, чем реальность жестокая. Мне часто задают вопрос. Как ты столько сидел и не сошел с ума? А я и не говорю, что я не сошел с ума. Все, кто отсидел один-два раза, они все уже сумасшедшие. Нарушена психика, нарушено восприятие. Вот из этой категории 80 человек, одна треть с ума сойдет точно. А сидеть в таких условиях может человек очень сильный духом. Отсюда только выезжают на погост. Еще никого не освободили. Вот. Некоторые надеются, пишут. Европейский суд по правам человека. Все в ожидании. Поверьте, это просто испытывает иллюзию. Заводите осужденного Хрюша.
Осужденных. Вот там, где-то. Я вот порой вызываешь, ты беседуешь. А что ты пишешь туда-то? Что? Строгий режим. Этот человек, когда тонет в море, да, хватается за соломинку. Думаешь, что спасет. Тут то же самое же. Так. Ну и сколько, как время прошло здесь? 16 лет. Думаю, что на пользу. На пользу? Ну и быстро, да, наверное? Я как бы с 18 лет сижу, и мне сейчас уже 34 года. Первая поездка, когда, будучи лейтенантом, я сюда приезжал с женой. Едем, едем. Она единственный вопрос мне задала. Почему все мы едем и едем в лес, встречного транспорта нету? Я никогда не видел этих лесов, даже понять не имел, что такое. Считайте, с 24 года не был, когда я сюда приехал. 24, а сейчас 50. Вот это не маленький срок. Даже если ИМЭНовцы помилованные 25, у меня уже 26. Это интересно, так ведь? Это, конечно, шутка. Ну, они-то как бы по приговору, а я по договору. Мне был вынесен пожизненный приговор по суду. Преступления я свои все признаю. Я убил одного коммерсанта. Я его застрелил на бегу из двух пистолетов, с двух рук. Ну, чтобы не дать ему никаких шансов выжить. Другой случай, я убил охранника. Он стрелял в меня. Я получил ранение. Я стрелял в него. Да, я считаю это наказанием, правильно. Мне повезло очень с женой. 16 лет я 16 лет женился. У меня в 18 лет родился сын. 5 лет я не виделся с сыном. И он мне однажды написал одно такое предложение в своем письме. Папа, я не такой, как ты, я другой. Ты прости меня за это. И я этим все понял, что нет никакой опасности, что он меня романтизирует. Сын у меня другой. Я занимаюсь, работаю на нефтяном бизнесе. Вот так я говорил своей семье. Конкретно, чем он занимался, мы не знали, что он говорил. Мы этого не знали. Я его так давно знаю, что для меня это все как-то не укладывается в голове, что это мог совершить именно он. Пять лет я не видела его. Меня зовут Тимирова Влада. Я жена Тимирова Тимура. На свидание мы едем вместе с сыном. Дорога у нас примерно 60 часов. Для того, чтобы посмотреть на человека, поговорить с ним, всего 4 часа.
В этом году у нас будет 25 лет со дня свадьбы. Я была Джульеттой, а он был Ромео. Видеть его будет тяжело. Вы уже приехали? Да. Страшно. Завтра приедет жена и сын, которых я не видел 5 лет. С того момента, как я узнал, например, прошли сутки. Когда ты чего-либо ожидаешь, ты постоянно время останавливается. Они для меня очень долго тянутся. Я заметил такой парадокс у людей. Они не ценят того, что имеют в жизни, пока не потеряют. Темирова. Темирова? Да. Темирова. Вот, пожалуйста, паспорт. Смотри. Телефоны выключайте. Ага. Давайте. Я тоже. Здравствуйте. Вы не изменили за эти 5 лет. Ты так же прекрасно выглядишь. Не верю своим глазам. Согласен. Да. Как добрались? Нормально. Нормально? Да, у нас все хорошо. Поэтому все тебе передают привет, все тебе так хорошо говорят, все тебя помнят. И рады, что мы едем к тебе. Ты не плачь, не плачь. Да, я уже успокоилась. Успокойся, все нормально. Ты такая же красивая. Я тебя очень люблю. Время тоже. Я, знаешь, часто думаю, насколько мне повезло с тобой, что я тебя встретил уже. И время остановилось, пока я вас ждал. Что сказать, я не знаю. Вроде перед тем, как сюда прийти, думал, о чем разговаривать, и были темы для разговора. Все мысли пропали, потому что эмоции переполняют меня. Вот и вся ситуация. Мама как чувствует себя? Ну, мама сказала, что она будет столько жить, сколько нужно для того, чтобы тебя дождаться. Ладно, я дам сына пока трубочку. Здравствуйте. Хорошо, Мишка, слышно. Благодарю. Ты тоже неплохо. Спасибо. Ты возмужал, стал мужчиной больше. Я рад тебя видеть. Я благодарен тебе, что приехал проведать меня. Я не мог упустить такую возможность. Ни в коем случае. Видишь как. Помнишь, когда мы с тобой последний раз виделись? Да, я помню. Да, помню прекрасно.
Как будто как вчера. С Артемом тоже вспоминали. Рисуют очень много. Интересуются. И когда вот мы созвались с ними, я вот хотел услышать. Сын у нас какой вырос, смотри. Ну, мы же родные люди, мы воспринимаем такие, какие мы есть. Мы одна кровь. У нас есть свои достоинства и недостатки. Мы любим друг друга, это самое главное, мы это чувствуем. И все. Знаешь, сейчас приду, у меня там на крыльях летать буду. Не знаю, что со мной будет. Ладно, дорогой. Ладно, да, я люблю тебя. Дай руку. Тебя люблю. Я люблю тебя. Береги маму. Я люблю тебя. Дай Бог здоровья вам. Берегите себя. Закрываете все. Пойдем? Помню. Увидимся. Спасибо. Что у нас на обед будет? На обед? Раковые фейки. Как всегда. Вот так работать будем, от голода умрем. Наоборот, мы должны как можно быстрее, побольше заказов принимать. Понятно. Не туда, не туда, не гора. Вот середину туда. Машина заедет, заберет все. Да, в отсутствие администрации в колонии кто? Рулят зэки, естественно. Ну, стараюсь придерживаться определенной категории старых понятий. Я могу поступить очень жестоко с человеком, который, допустим, обидит и оскорбит невиновного. Жесткий человек. Главное правило одно. Не вступать в конфликт ни с кем. Это главное правило. Стараться обходить все такие разговоры, там, действия среди осужденных, которые могут повлечь, допустим, ссору, драку. У нас был такой случай, здесь у нас есть колония, который убил двух девочек, изнасиловал, убил. У нас было общее построение, и он оскорбил одного осужденного. Пнул его ногой. Мы стояли рядом. Вот я ему говорю, я говорю, Коля, ты что делаешь? Категория людей до 80-х, ну, до середины 80-х годов, которая была самая презираемая. Их били, пороли, трахали. Ну, ему набили, потом рожу, и все. Он живет тихо и спокойно. То есть до него дошло, что может быть совершен суд еще и в зоне,
что люди могут над ним еще совершить суд. Я здесь нахожусь в этой колонии уже 16 лет. Я считаю это заслуженным. Так, меня зовут Андрей, фамилия моя Лебедев. Это уже 94-й год. Вот. Ни зарплаты, ничего нету, то есть. Но жить-то как-то надо. Вот. Ну и втянулся в банду. Я не был трезвый тогда, потому что мы уже выезжали тогда в лес, в лесу были. Вот. Изнасиловал я девушку, впоследствии потом еще убил ее. Вот. Я ее убил ножом. Я ее в лесу просто там хворостом закрыл. Никто бы об этом и не знал бы. Просто через некоторое время меня ножом пырнули. Вот. И когда уже лежал в больнице там, и вот тогда я уже это, милицию вызвал, признался в этом убийстве, показал, где труп совершил, все это. Потому что я понимал, что если бы я продолжал бы так же жить, вот, я бы сам по себе, я бы никогда не остановился. Поэтому мне надо было выйти просто из состава этой братвы. Они уже поняли, что я хочу с этим миром порвать. И в обиженку я сам уехал. Тюремные по-тюремному самая низкая каста. Если он там, допустим, ребенка изнасиловал, или там мальчика там изнасиловал, это уже все. Его не уважают. Он никто после этого. Это наказание как бы. Вот. И его, из него делают обиженного. Вот. Зовут меня Некращук Михаил Иванович. В Черном Беркуте я уже 18 лет нахожусь. Я по жизни обиженный сам. Вот. А так в плане в баракте. Ну, она. Я убираю, подметаю, там где-то что-то убрать. Самая грязная работа вот туалет мыть. Как правило, в столовых они пользуются только своей посудой. Бытность Чурбанова пытались вести, сломать. В 70-х годах пытались это сделать, чтобы все ели с одних мисок. Результат, это ни для кого не секрет, во многих колониях, в десятках, сотнях колоний были убийства. Но есть еще категория осужденных, которая так называемые активные гомосексуалисты, которые добровольно идут. Вот. Их называют в зоне рабочими петухами. То есть они за чай, за курево вступают в половой контакт с осужденными. Это не секрет. Сам-то я, ну, чисто про себя я говорю. Вот. Чисто я по воле такой человек. Я такой и родился, меня тянет наклонности к мужчинам. Подходит человек, мужик, подходит к нему,
ну что, пойдем с тобой туда сходим. Ну. И он смело идет, без всяких задних мыслей идет, прям соглашается. Они этим зарабатывают. Где-то заварку, где-то там пачку сигарет они найдут. На воле я даже вот, честно скажу, не задумываюсь об этом. И куда вот мне идти? Я-то сам не знаю, куда мне сейчас идти. Как бы вам сказать, то, что я уже в эту жизнь как бы впился, она для меня как бы второй дом. Я как-то уже привык к нему. Вот какой есть, такой есть. Сегодня буду писать письмо на красивом листике. Ты его почитаешь, и все мои поздравления получишь через неделю. Вы такие молодцы, что вы мне позвонили. Юля, ты мне обязательно пиши большие длинные письма о том, как вы там, как ты на работу ездишь, и как вы с Васей все успеваете. Ой, герой ты какой. Слушай, он мне таким здоровым кажется. Мне кажется, он был у нас меньше. Ох, Васька, здорово. А что ж ему на день рождения-то под тебе подарили? А это что такое? Я получаю письмо совершенно от незнакомой девушки. Дело в том, она не просто так мне написала, что вот она написала из-за того, что у нее было несчастье, ее убили отца. И она сама была изнасилована в 14 лет. Вот просто узнать такого человека, который вот совершает преступление. Убийство там, изнасилование. Вот она хотела просто понять вот это. И вот у нас такая переписка с ней пошла. Мы переписывались с ней почти 6 лет. В дружбу перешло. Я жене своей сделал предложение, и она согласилась, да? Первый раз она приехала уже почти 11 лет тому назад. Сейчас у нас уже с ней двое. Мальчик и девочка. Мальчику уже 7 лет. В этом году в школу пойдет. А девочке 5. 5 лет. Своих собственных детей я еще ни разу не видел. Еще не приезжали.
радуйся, род человеческий, Рождеством своим возвеселившая. Радуйся, сетование чающих утехи Израилевой, на радость приложившая. Переосмысление ценностей вообще человеческих идет, когда попадаешь в жесткие условия. Ну, чтобы в петлю залезть, я гнал себя от эти мысли. Там, вскрыть вены себе, там, кровь выпустить, еще себе. Ну, как-то самоубийством. Где закончить? Я гнал от себя эти мысли. Потому что я знал, что надо как-то добиваться. Я... Ну, как говорится, Бог терпел, и нам велел. Имя мое Альберт Лебенин. Вот, из 25 лет я отбыл 19,5 вот, за умышленное убийство. Ну, в общем, как бы, не желаю их ни смерти, они... Не сложно об этом сейчас говорить, понимаете. Столько лет прошло, я уже как бы смирился со всем этим. На тот момент мне был 21 год. Понимаете, ну работал я на муниципальном как бы предприятии на кладбище. Вот, смотрите. Ну и там со сторожами тоже цели выпить. Слово за слово, передрались. Ну, в общем, 4 человека. Кого ножом, кого рукой. Ну, а потом прочувствовал на своей шкуре, что такое содержание пожизненное. Вот, я был в другой колонии. Ну, просто избивали за то, что ты есть. Без причины. Там неудачная ситуация просто сложилась. Я их просто выплюнул. Часть зубов вроде. Благодаря той администрации. Свобода для меня это, во-первых, ну, как бы внутренний мир. Игорь, я туда все поставил. У меня дочь рослая, у меня уже внук растет. С ними я виделся последний раз в 95-м году. Вы понимаете, что это такое? Так. Вот, пожалуйста, вот моя дочь. Я с 95-го года ее не видел. Вот такая она мне стала. Взрослая, замужем. А такая она была, я последний раз ее видел. Маленькая. Это был 95-й год. Вот это вот мой внук у меня растет. Периодически пишет письма. Ну, сами понимаете, супруга столько лет ждать не будет. А ребенок чем? Ребенок ни при чем. Ребенок есть ребенок. Самое главное, как бы, правило, попадая в такие условия, не опускать руки. Thank you.
устроить соседнюю проверку. Я за неделю узнал, что моя мама приедет. Вот и все. Я ее не видел 5 лет. И тогда вот день перед убийством, когда я поехал, она меня просила, чтобы я не пил, держал себя в руках, а я не послушался ее и просто напился и убил людей. Я просто не могу себе представить, как я выйду, сяду и посмотрю ей в глаза и буду разговаривать. И смогу ли я вообще так вот? Может, это меня и пугает, потому что самое, единственное, вернее, что у меня в жизни есть, это просто мама, больше у меня никого вообще не существует. В то же время я думаю, все, простила она меня, не простила. Приблизительно около 8000 километров. 4 часа свидания и пройти такой путь 8 километров. 8000 километров. Расстояние не имеет значения. Когда я думаю о Максиме, то есть черты лица, телосложение его, как я его запомнила, как он выходил последний раз из дома. Когда он выходил из дома, он обычно говорил «пока, мам». А тут он вышел из дома, и он мне сказал «прощай». Я закрывала за ним дверь, у меня даже сначала «почему прощай?». Когда я узнала, какой вынесли приговор, не могла понять, как можно жить. Многие сочувствовали, а кто-то просто с издевкой говорил: смотрите, мать идет зэка, убийца. Главное только сдерживаться, чтобы он не видел слез. Успокойся, все нормально. Думаешь, ему сейчас это легко? Он сейчас тоже весь на нервах. Вышки стоят. Угу. Похоже, уже подъехали. Я так думаю, что у меня больше не будет такой возможности поехать. И специально, чтобы приехать и увидеть, потому что это все очень дорого. Привет.
Значит, у нас что там? Здорово. Привет. Привет. Да, успокойся, что-то плачет, но нормально же. Чем молчишь? Встань, хоть я посмотрю. Да, я нормально. Чем? Нормально. Нормально. Здорово. Я смотрю, зубов нету, на лицо худее стал, подбородок осунул. Да это вам, когда задерживали, вышибли все, повышибали. Вернее, пообломали, а здесь уже выдернул. Это фигня. Меня когда задерживали, уже брякнули хорошенько. Я там неделю куча при смерти лежал. Что там нового вообще шаришь? Ничего. А про землетрясение, что у нас было, тоже по телевизору смотрели? Ну, а так я стараюсь все новости с телевизора брать. Новости сейчас как бы опасаются, мои там грязи много. Насилие, разврат, там этот педофилов, это куча целых стало. Я бы их сам уничтожил. Вот выписали бы меня на свободу, сказали, что это. Будешь народным мстителем педофилов давить, я бы сказал, буду. Такая фигня. Согласился. А как ты говорила, помнишь, говорит, не пей. Выпили. Ну, и все. Теперь вот здесь. А что так, не стоит плакать. Надо смеяться, наоборот, смех жизнь продлевает, а слезы убивают, наоборот. Как бы с позитивом надо, ну, ко всей ситуации надо относиться с позитивом. Позитивно. Это фигня. И так вот, глядишь, лет через вас встретимся. А сам ты слезы тоже сдерживаешь? Да. Видно же, в кому как жалко. Ладно, сына, все за нами. Ну, давай, мы тебя любим. Давай, мы счастливы. Мам, не надо, не расслабляйся. Мам, давай. Не расслабляйся, мам. Да, мороз, смотри, свет всем какой давит. Да, по-моему, сегодня ночью было минус 35. Возможно. Да. Потому что возьми, она сейчас даже солнце светит, а сейчас только 25. Да. Тут еще видишь, нас еще спасает. Нету ни водки, ни отравы никакой. Уже столько лет ты вроде ничего этого не пил. Вот, и поэтому. Вроде как
Уже можно. Ты уже понимаешь, что и без этого можно жить. Срок уже заканчивается. Не за горами. Звонок, когда выпустят. Я вот сколько раз вот себя ловил на мысли, вот выйдешь за зону, сядешь на лавочку. А что делать? Куда идти? Это ладно куда-то, если есть там, съездить там, поехать. Это ладно, еще май пока живая. А потом все. Кому я нужен? 25 лет за спиной. Ну, даже начиная с одежды, машины, даже просто улицы совершенно другие. Манера разговора людей совсем другая. Знаете, даже на старое место жительства приехать, участковые уже будут так смотреть с подозрением. Понимаете? Конечно, меня это пугает, выйдя туда, за забор. Как вообще начать? С чего начать? За что просто ухватиться? Страх свободы, да. Единственное, знаете, какая у меня мечта? Ну, хотя бы освободиться, чтобы меня похоронили там, где у меня родственники лежат. Как бы там, ну, свое место, я там родился, там мои корни. Как бы теплее там будут могилы лежать, чем здесь на чужбине. Да, считаю ли я, что для общества опасен, да? Но я в этом уверен даже, просто. Потому что выпусти меня сейчас на свободу. Я вижу, как красиво люди живут, да? И мне тоже охота будет красиво жить. Я никогда не работал. Ну, устроюсь на работу. Месяц, два, три проработаю. Ага, это плохо лежит, сворую. Там, или выпил, там не сдержался, убил опять кого-то. Раз убил, значит, второй раз убьешь. Какие жуткие преступления они совершили? Кого мы здесь перевоспитали? Вот даже элементарно вот Чудинов сидит. Сколько женщин? 8, да, убиты? Женщин в лес водили, до того зажрались, с ружьё стреляя. И он стрелял, кайфовал с компанией. Вообще я за то, что все-таки оставили бы смертную казнь. Может, кто-то не поймет, который никогда не сталкивался. И даже в глаза не смотрели эти убийцы. Для меня только смертная казнь. На воле, можно так сказать, если выразиться лаконично, я был слепой. А сейчас у меня открылись глаза. Вот и все. Я стал другим. Но другим не так, что вот я там исправился или что-то там. Нет, я другим в духовном смысле стал. Мне очень нравится философия. Именно философия стоиков древнегреческих. Сократа, Платона,
плотина. Помогает переживать те трудные моменты в моей душе, которые происходят периодически. Но я думаю, что проще было бы, если был бы, например, расстрел. Тебе выстрелили в голову, выключился свет. И нет этого постоянного самоедства, анализа своего прошлого, понимания, что ты жестоко поступил со своей семьей. В большей степени я бы даже хотел попросить прощения всех тех людей, кому я принес столько горя. Вот это в большей степени. Поклониться им просто и сказать: простите меня. Вот я убил, как я могу раскаяться? Так что о раскаянии не может быть никакой речи. Да и кто может, допустим, раскаяться в нашей категории убийцы, садюги? Он убил 3, 4, 2 человека, убил детей, убил женщин, и он будет раскаяться. А здесь какое раскаяние? Так что здесь раскаиваться никто не раскаивается и не исправляется. Человек может потом, после освобождения, не делать этого, просто жить нормально. Но это не раскаяние. Раскаяние я понимаю так: если ты раскаялся, возьми застрелись или повесь, возьми веревку, сдернись. Вот это будет раскаяние в грехах. Это будет раскаяние. Раскаиваться все будем перед Богом на том свете.